Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, значит, лига сёгунов у нас, да? Блин, одна звезда, только что было две. Хорошо. Хорошо, будем, короче, с тобой опять делать прорыв. Кстати, всех друзей, друзья, с праздником, с 9 мая. Вот. Так что будем делать прорыв. Ну, давай сделаем массовую атаку. Упадут, как думаешь? Конечно, упали. Аж два раза. Да ну хорош. Так, надо муху отсюда как-то ликвидировать. Она нам не нужна. Да еб просто, блин. Ну, началось. Ну, началось, блин. Только, ребята, думал, сейчас добью. Блин, сейчас пойдет расколбас. Каждый будет сейчас бомбить. Я боюсь майки потерять. Как он звезданул. Давай дрона вызовем. Блин, этот еще и защиту ставит. У меня команда вообще без... Блин, по-моему, майки крышка. Мне даже никак... Понеслось. Ребят, я тупанул. О-о-о. Я очень сильно здесь тупанул. Офигеть, у них и защита, и меткость повышена, и уклонение стоит. И как я должен тут бомбить их? Нет, нет, это уже, по-моему, фейл. Так, получится, интересно, мне Макмана пробить? Минус Лео. Обалденно. Бафнемся, не знаю, правда, что это мне даст, ребят, этот баф. Да ну, 54 уровень, хотя, ребята, 54 уровень. А у меня 56, да, я сам виноват в том, что сейчас происходит. Даже Рокула не подбить. Так, иммунитет вешает. Я даже не могу Рокула, ребята, бомбануть. Ну, что это за дела? Сейчас мы потеряем этого Леонардо. Ну. Пипец, я тебе скажу. Вот это мы сыграли. Вот это я сыграл. Ну, ты посмотри, я вообще урона не наношу им, этим утыркам. Просто ноль. Еще и... Ну, звездани, посмотрим, сколько. Так, заблокировали способность. Ну, а толку-то от этого? Ну, дай бог, в лучшем случае сейчас этого завалим. Два персонажа. Естественно, ребята, ни о каком... Тихо. Ни о каких кубках здесь даже и речи быть не может, потому что, ну, два персонажа всего лишь осталось. Сколько я там? Хоть перейду? Ну, хотя бы в Лигу Сёгунов. Две звездочки перешли. Ладно. Я тупанул. Просто я что-то задумался и забыл, что у меня уже здесь довольно сильные противники. Ну, давай возьмем Рафаэля с тобой. Раз, два, три, четыре. Ну, ты сам прекрасно видел, что такое 56 уровень. Мой уровень 56. И что такое у противника 54-й. Я даже не могу сказать, что там была битва на равных. У них все равно было преимущество. У них было преимущество. И благодаря этому преимуществу, конечно, меня там расклепали. Так, что нам сегодня? Мы попробуем, ребят, дойти до лиги, наверное, мастеров. Хотя бы одна звездочка будет уже, я думаю, неплохо. Так, я возьму здесь Донни. С его постепенным уроном. И хотелось бы, конечно, чтобы это все дело сработало. Чтобы он повесил на всех постепенный урон. Давай, Донателло, жги. Так, ну этот от постепенного урона, ребята, погиб. Майки. И здесь мы с тобой добили. Пока все нормально. Так, переходим на 69-ю позицию. А-а-а.
Ну давай 15-20 тогда выберем. Я возьму здесь Ваньку. Ванька, Ванечка, Ванек, с пулеметом будь здоров. А еще с собой имеет гранатомет. Ну-ка, врежем. Прекрасно. Одной тычки хватило на всех. Так, переходим на 50. Что-то очень медленно, ребят. По 11, по 10 ступенек мы с тобой переходим. И это только лишь в Лиге Сёгунов. Такого, ну, как бы не должно быть, по идее. Интересно, а Лапекс вот мы с тобой возьмем. Раз, два, три. Вот взял я Алапекс. Если мы сейчас с тобой не уроним Эйприл и Лео, у нас будут проблемы, наверное. Ну-ка глянем. Угу, нам повезло, что Саблезуб и Леонардо стали следующими по ходу игры. Просто у Леонардо есть вот этот вот пронзающий удар, когда он взлетает и сверху вниз на нас летит с мечом. Это, конечно, имбовая атака. Если она еще и кританет, он может вырубить игру. Прикинь, ребята, вылетело. Такого 100 лет не было, чтобы игра влетала у меня. А тут вылетело. Только про Леонардо заговорил. Так, подожди, подожди секунду. Давай возьмем Кунаичи. Ну, за нее, конечно же, я уверен на 100%, что этих 61 и 59 уровней просто слягут в мгновение ока. И даже здесь сделать ничего не успеют. Давай, Кунаичи, жги, жарь своим током. Вот и все. Так, ну а мы двигаемся. Ну, уже Лига Сёгунов 3 звезды не за горами. Так, давай ко мне. Вот, 16-21. Возьму, наверное, здесь Зека. И возьму, наверное, сюда Крысиного Короля. Да, Зек, Крысиный... Да иди ты. Зек и Крысиный Король. Ну, ребята, у Зека и у Короля у них есть массовые атаки. Я думаю, что их как раз-то двух хватит. Первая — это бомбочка, вторая — это толпа крыс. Давай. Вот и все. А поодиночке, конечно, мы не вытянули бы. Но какое место? 11-е. Ну, в принципе, Лига Сёгунов 3 звезды уже взята. Так, я возьму здесь Донателло и Бакстера Стокмана. Несмотря на то, что Бакстер Стокман, ребята, медленный, я думаю, что он все-таки переплюнет противников 60 уровня, потому что инициатива у них не настолько прям мощная. Так, сюрикены. И смертельная волна. Ну, вот так вот. На что я рассчитывал, то у нас и вышло. Ну, переходим, да. Лига Сёгунов 3 звездочки взята. Теперь наша цель — Лига, ребята, мастеров. Так, Рафаэль и Леонардо. И Майки. Ну, тут бы нам просто надо дожить до вертушки Леонардо. Наверное, я так понимаю. Можно здесь поставить еще на всякий случай уклонение. Хотя не обязательно. Можно было бы кому-нибудь и звездануть. Но у нас тут крит урон повышается. Да, после его бафа у нас повысится крит урон. И поэтому за счет крит урона, наверное, все-таки всех тут и подкосили. 82-я позиция, так. Ну давай, давай. Хочется, конечно, взять Армагона, но я, наверное, возьму здесь Усаги. Раз, два, три, четыре. Ну что же, Усаги тоже, ребята, имеет дебаф. Именно постепенный урон, но есть одно но. Не на всех он ложится. Но в данный момент просто упал на всех. Но это повезло в плане. У него была двойная атака. То есть на него еще и баф попал. По двойной атаке.
Круто. 16-22. Прекрасно. Возьмем. Давай, наверное, я здесь возьму Супер Шреддера. Интересно, мы сегодня сможем докачать Крысиного Короля до сотки? Хватит нам? Чтобы прокачать его до сотки, нам нужно где-то около 70 тысяч мутагена. По-моему, так. А вот сколько мутагена у меня в данный момент, я даже и не знаю. Можно посмотреть? Ну, опять же, лучше смотреть, когда проходишь полностью арену, потому что тут же мы еще с тобой зарабатываем. Пока не видно. Так, ну что, очередной поединок. Нет уж, давай ко мне 16-22. Возьму Макмана, возьму Пиццелицева здесь. Макман и Пиццелицей. Так, у одного торнадо, у другого есть плюшка. Так, Микеланджело, конечно, немножко нас опередил. А мы делаем торнадо. И... да давай плевком. Можно было бы плюшку, конечно, бросить, но мне захотелось разнообразить. 36 место. Ну да, Лига Мастеров, ребята, будет сегодня взята. Это я тебе точно говорю, будет взято. Берем Кренга. Берем Кренга. Раз, два, три. Вот так вот. Тут вот бесполезный, на самом деле, ребята, это вот для меня, по крайней мере, Джастин и, наверное, будет Рокзар. Потому что, ну, Рокзар, он берет провокацию. Если бы он себя как-то, ребята, усилял во время провокации, но он почему-то усиляет именно наших бойцов по краям, то есть, которые его окружают. Ну, такое себе, согласись. Причем сам становится, ну, естественно, провокатором и в то же время ватником. Его расколбашивают вообще на изи. Так, возьмем вот этих двух парней и вот так вот. Блин, слушай-ка, а вот... не, Паукус не настолько силен. Хотя, ребята, у него паутинка мощная. Его, кстати, тоже можно будет сделать целью на платиновый ранг. Что скажете? Подожди, а паук... подожди, а разве Паукус у меня не в платиновом ранге? Он же, по-моему, в платиновом. Или я... что-то я уже и забыл. Не, Паукус должен быть в платиновом ранге у нас. Потому что я еще вспоминаю сейчас давно-давно, как-то его хотел все прокачать. И, по-моему, мы его прокачали. Так, ну что, у нас, ребята, здесь фаворит будет Кожеголовый. Все, как говорится, смотрят именно на него, но первым все равно ходит Кунаичи. Ой, Кунаичи, Карайка. Ну да. Расклепали. Тут проблема только в одном, ребята. Прокачать до сотки их всех. Но есть. Есть, ребятушки. Лига Мастеров, одна звезда взята. И мы еще даже с тобой можем здесь немножечко подзакрепиться. Не очень, конечно, много бойцов у нас осталось, но... ладно. А вот потом интересно, маузеры сами справятся или нет? В соло. Вопрос интересный. Армагон-то понятно, сейчас их тут покрошат всех. Нет, но если Армагон справился, то уж, конечно же, крысиный король. Маузеры тоже, ребят, смогут разобрать. Так, 86-я позиция, и мы... у нас чисто маузеры остались, да? Чисто маузеры остались, инициатива у них хорошая. Так что сейчас будет пробивной. И они все упадут. Все. До единого. Упс. Да, ребят, казус получился. Не все. Каким-то образом кабан устоял против ульты от маузеров. Это так редко бывает. Тем более на таком... уровне, 71 левел у него. Что? 85-й? Мы даже не передвинулись, прикинь, ребят. Мы даже не передвинулись. Офигеть.
Слушай, у нас, ребята, всего лишь 50 тысяч мутагена. Не получится, к сожалению, перевести крысиного короля сегодня. Я думал, сегодня заработаем, ну, прилично и на сотку его сдвинем. Нет, придется еще там нам играть. Так, берем Армагона. В голове этот крысиный король что-то засел. И Леонардо. Хочу всю команду залечить, чтобы полностью у них была хпшка. Так, вырубаем. Отлично. Давай этого. Нормально. Да ладно тебе. Прекрасно. Так, ну тут лучше массовую атаку, наверное, сделать. Ну, не эту, конечно, это слабая. Вот какой надо бомбить. Вот это атака. Шлеп. И все. И ребятушки готовы. Так, давай задание заберем. И переходим с тобой уже. Да потом. Так, крысиный король. Да, ребята, еще 31,5 тысячи мутагена, и мы с тобой переведем его в сотку. Так, а пока ищем нашего Дони. Дони видения. Так. Нам нужно 3 ножа для пиццы найти. Один нашли. Второй. Третий. Так, 3 ножа для пиццы мы нашли. И 14 стаканов. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Так, шестой. Сколько там? 11, да? Надо стаканов. 6, 7. Блин, 7. 8. И 9. 10. Последний. 11. В плане. Что-то я не то посчитал. Еще 3 стакана. Кончилась пицца. У меня кончилась, ребята, пицца. И, кстати, телепорты тоже закончились. Нам, наверное, надо будет докупать. Все деньги слил. Копишь, 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 ребята. Потом бац и сливаешь все. Так, ну испытание еще не началось. Сколько там? Сегодня четверг, что ли? Ну-ка, подожди секунду. Ага, сегодня четверг, 9 мая. Ну да, завтра уже будет доступно. Черепашья буря, будем обязательно, ребят, проходить. А сегодня уже получается, что все. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.